Продолжается эпопея с Фордом. Задняя крышечка багажника. Мятина серьезная. И причем пошла вот сюда за номер и замятый. Замятая жесткость, вот этот кантик. И даже дальше уходит. Вот. Видно. Вот он, заломчик. Что, будем пробовать. Та же машина, та же вмятина. Вот, конечно, я специально снимаю все косячки, чтобы видны были. Работа делалась, старался я. Но не так-то легко все это сделать, как хотелось бы. Ну, первый раз, первый класс. Я так думаю, что пойдет. Тем более, что под покраску. Просто такие дефекты, как вот этот, я делаю первый раз. Поэтому так и снимаю. Особенно вот здесь вот вверху, к сожалению. Не захотел я накалывать краску. Она прям тут уже просится наколоться. Вот оно, это место. Но, тем не менее. Скажем так, что результат есть. Сейчас поставлю дефектовочный экран и в экране сниму. Вот такая вот муляка в дефектовочном экране получается. Недоделано, но уже время вон. И один хрен красить. Вот, обидно, конечно, но что делать. Хотелось сделать получше. Но с первого раза такие дефекты не получаются. Ну ничего, пойдет. Ну вот так вот. Да, тут практически ничего и не видно. А нет, вот. Видно, что поверхность еще очень неспокойная. И тут, конечно. Ну так, в общем и целом, конечно, более-менее получилось. Раньше я просто такие вмятины даже не заморачивался, зашпаклевывал и красил. Собственно, что и дальше предстоит. Тут дефекты другие есть. Ну, вот, поэтому, в принципе, под покраску попрет.